Я с вами не разговариваю. Что за кто сказал, что я не участвую? Вы почему нарушаете? Какой я порядок нарушаю? Регламент делал свидание. Я слушаю, я не слышу, я просил людей. Слушайте, гражданин. Вы не являетесь. Я тоже про монету. Ждать что? Ну, я слушаю. Я не слышу, что говорит. Он не уважает нас, граждан. Это судья, получается. А мы все отвечаем здесь. Я такой голос, извините. Я прошу прощения. Ну, извиняем, ну, если я полный голос заговорю... Говорите, пожалуйста. Нет, вот не надо было говорить в процессе, а то вас не слышно. Меня не слышно? Ну, судью конкретно, о чем я попросил судью говорить внятнее и уважать здесь присутствующих. Судья как не уважал, так и продолжил не уважать. Было, только вам не слышно. Мне не слышно. Я глухой, наверное. А вы очень остро слышащий. Да не наша вина. Но я ничего не нарушал, как вы пытаетесь это сказать. Это специально аппарат есть. Еще раз, вы мне пытаетесь сказать, что я нарушал административно. Я не нарушал. Я спросил разрешение судьи поднять руку. И что я делаю? Сейчас нет заседания. Сейчас нет заседания. Да, не будет, скорее всего, не будет. Я? Да. Вы со мной сказали, не разговаривайте, я не буду.